Тысячелетняя Казань – удивительно молодой город. Молодой, потому что молоды его жители. Сегодня мы расскажем об одном дне из жизни Казани глазами простого велосипеда. Простого, да не совсем. Этот велосипед – альтернативный вид транспорта. Дешевый, удобный и экологичный. А главное, он позволяет быть свободным и независимым в выборе собственного маршрута. Это Слава. Сегодня всего за пару часов ему нужно попасть сразу в несколько мест. Зарегистрировавшись на сайте www.velik.ru и купив абонемент, он пришел на одну из велостанций. Выберите и проверьте велосипед, тормоза, шины, седло и так далее. Запомните номер понравившегося велосипеда. Подойдите к терминалу, следуйте инструкции на экране терминала. Приложите вашу карту к считывающему устройству. Введите четырехзначный пин-код. Выберите номер выбранного вами велосипеда и нажмите клавишу «Подтвердить». Подойдите к велосипедной стойке и нажмите кнопку. После нажатия кнопки вы услышите звуковой сигнал. Возьмите велосипед и насладитесь поездкой по прекрасному городу. Как видите, все оказалось очень просто. Теперь вы можете более не ограничивать себя в передвижениях по городу, не тратить время на пробки и ожидание автобуса. Чтобы взять на прокат велосипед, зайдите на сайт www.velik.ru и далее перейдите по ссылке «Оформить». Выберите абонемент на 1, 7 дней или месяц нажатием курсора около нужной графы. Укажите, будете ли вы привязывать абонемент к транспортной карте Казани. Указав эти данные, нажмите клавишу «Далее». В пустых графах введите свои данные, электронную почту и пин-код. Выберите дату и время, с которого активируется абонемент, а также, скачав и ознакомившись с общими условиями, подтвердите свое согласие на пользование сервисом. Нажмите клавишу «Далее». Проверив информацию о выбранной вами подписке, нажмите кнопку «Далее». На страничке «Оплата» введите все необходимые данные о своей банковской карте, адрес своей электронной почты и свой контактный телефон. Нажмите кнопку «Оплатить». Через некоторое время на странице подтверждается проведение операции. После успешной оплаты вам на указанный при подписке e-mail будет отправлено письмо с индивидуальным номером пользователя, пин-кодом и кодом идентификации, привязав пользователя к транспортной карте Казани. Для получения велосипеда на станции вам необходимо знать номер пользователя и пин-код. А это Катя. У нее сегодня тоже масса дел. Зарегистрировавшись на сайте www.velik.ru без использования транспортной карты и получив на электронную почту номер пользователя, она пришла на велостанцию. Выберите и проверьте велосипед, тормоза, шины и так далее. Запомните номер понравившегося велосипеда. Подойдите к терминалу, следуйте инструкции на экране терминала. Введите номер пользователя, пин-код. Осуществите выбор велосипеда и нажмите клавишу «Подтвердить». Подойдите к велосипедной стойке и нажмите кнопку. Проверьте исправность велосипеда. Возьмите велосипед и насладитесь поездкой. Сейчас в Казани действуют 7 велостанций. В ближайшее время планируется запуск еще 5 аналогичных станций. А тем временем Славе пора возвращаться. Он подъехал к ближайшей велостанции и закрепил велосипед на стойке. Двойной звуковой сигнал и зеленый световой индикатор оповестят вас о том, что велосипед был успешно закреплен на стойке. Подойдя к терминалу, приложите вашу карту к считывающему устройству или введите свой номер пользователя, если у вас нет карты. Введите четырехзначный пин-код, выберите в меню отчета поездки, и терминал распечатает вам билет, подтверждающий продолжительность аренды и факт возврата велосипеда.
А наш рассказ об одном дне из жизни Казани продолжается. Игорь, как Слава и Катя, тоже не любит опаздывать. Он привык везде успевать. На одной из улиц он увидел девушку, которая ехала точно на таком же велосипеде. Он широко ей улыбнулся, и девушка ответила ему улыбкой. Кстати, эта девушка — Катя. Что-то нам подсказывает, что они понравились друг другу. Велостанция расположена так, что, взяв велосипед на одной станции, вы можете вернуть его на другой. В случае, если на велостанции не оказалось мест, и вам нужно доехать до другой станции, что с удовольствием сделали Игорь и Катя, на это у них 15 бонусных минут. Что было дальше – совсем другая история. А наш рассказ об одном дне из жизни Казани подошел к концу. И его бы не было, если бы не я – велосипед.